Интересно. Так, вот на Заебатый. фонаре надо полить, нахуй. Что? Лучше у протопала X4. Бля, да пуляй фонарик, вообще похуй, не стоп, давай. Не, ДБМ-пул, что я пульну фонарик? Нет, какая никсия. Не забирай с него, пускай на ебаки ебут. Не надо! Че, да? О, сейчас будет. А также не кидайте, пожалуйста, ни истерию, ни нэшку кунки. На сальву только, да, мы все. Кинул кунки и нэшку. Не надо, не надо, серьезно. Нет, пока я буду тебя кидать, блядь, не уебывайся, пидорос. Все, можно триксы давать. Кстати, у меня все еще... Секунду, наш кунк. А почему мы по таких хэм не избегаемся в первую, на первую сферу? Они хотят, не избегаются. Потому что мы дамажим под геру. Ну типа, чтобы потом два раза не сбегаться, просто они разбежались, типа, первый раз поймали. Геру пампим. Хуя... Сейчас гера, бля, редега, ты че угораешь? А я знаю. Потом два раза сбегутся, тут три сферы будет до этого, первого газа. Ух, ебать. Два раза... Пиздец, не успел. Вынесите кто-нибудь из мира, бля. А, никто не вынес, да? Я понял, бля, работяги дамажит нахуй. Вроде так тыкает на кнопку. ЕП нахуй им сразу же в минус. Дашь этот фонарь из сокру и бежал с мейсбаун. Я отдам сокру. На гнили. Бежасная, приди. У него шишки там, ну бля, ебись человек. Он на кухне сейчас. Бля, видели видос со Snoop Dogg'ом, типа, где он там в рекламе, типа, про шишки? Чтобы растопить самовар, нужно что-то там шишки. Там Snoop. Знаю, а он стримит же вроде. Snoop Dogg? Ну, пацаны, да. Кринжанул жестко. Нифига. Ну, я помню отрезок, где он случайно забыл вырубить стрим и на 8 часов его оставил. Все 8 часов смотрел? Ну, да, там кто-то блядь. Смотрел все 8 часов, заснял и на YouTube залил. Ужасно, вернись. А... Нажимай, все вы свои нажимайте. Нормально. Вы заебали, блевать, нахуй. Оно что-то на вас троих кидается, пока ты... Да потому что разжим не держит никто, типа, ну... С таком бабла и забери, я привяжусь. Я тебя звал только для этого, массакры это и Т4. А они стакаются? Да, должны. Ну я снял. Можешь отходить. Чувава, не надо, дядя, не надо. Боб на заказ. Так, я дам тебе 1000 голды, если чуваве дашь, или синдрицу, Боб. А, он уже 4-й месяц. Я тебе пол ЕП сниму. Кому? Тебе, если ты Боб. А если что, фонарь, согласен? Кунку полезно, Боб. Ты ЕП бы мне не дал. Поешка. Ноги ебаные. Блять. Ну чё, Кунг, первое место. Не знаю, ты какой-то невезучий ЛК. Не, я дам обычно больше. Обычно эта хуйня падает постоянно. Ну смотри, я сейчас леди бутсы возьму. Триню вторую, волю или пригу. Вот фросты что-то непонятные, они очень... Долго наверху держались, а потом резко... Дайте ДПС этой хуйни нахуй, пожалуйста. Ты, короче, на 9-м. Да, Ондор это понятно, нахуй. В смысле, Ондор там чуть на тебя слабо. Подожди, а что за хуйня? Да, он не берет, потому что у него 4 куска на его чмутике, вот ничего, у меня 2, блядь. Здесь, конечно, они ДПС выровняли, блядь. Ты, короче, я трахну тебя, ешь, мальчик.
А, прикинь, мой DTLS именно тебя обломал, какой-то неправильный урон показал, что за хуйня. Не знаю. Барди, у тебя как обычно какая-то хуйня, типа 0, 11, 0, 4, 5. Давайте, да, на что-то, блядь. Фонарь или кто-то поддерживает. У меня все нормально. Да он заглядит постоянно что-то. Не-не, он скидывает криво, у меня он показывает нормально. Ну понятно, но что-то у тебя это... Сейчас они добегут, и сразу, бля, мы же знаем, что он про эти вещи. Чего там вы кажете? Плейбой, ты забрал кровь? Плейбой. Он побежал за ней. Шкаф поставим, может, не? Да, поставьте шкаф. Блять, плейбой, ты такой плейбой, нахуй. Нахуй ты спрашивал, блять, и в итоге не забрал, нахуй. Я должен говорить, что, блять, чтоб ты еще не забыл забрать ее или что? Сумать его. Взял? Бой. Это что такое? Блять, вы заебали, что вы делаете? А вы пульнули, что ли, господи? Да. Он понял. Или получит, как ты думаешь? Кто пульнул, что за хуйня? О, Мукунка, у него толстаки на шею падали. Ты кровь хотя бы взял, плейбой. Как раз должен остаться. Пиздец. А кровь не остается. Настя, поставь лут на себя и отдай лут плейбою. Может, так он сможет сделать. Ну, это, конечно, блядь, нахуй езжи нахуй, блядь. Блин, точно так уже вообще не был в анапе. Ну, мертв. Ну, понятное дело, что он мертв. А, Глю забрал кровь? Понятно, блядь. Ты поспиздил, пацан, под шумок. Пиздец, под шумок. Да нахуй! Я понял, он с кем-то договорился, чтобы пульнули, и он спиздил кровь. Дима, он Джокера присмотрел. Хочу повторить ловушку Джокера, которая ему удалась. Реально, блядь. А, забагал. А теперь конка наравне с ростами дает. Я думаю, это уровень теперь. Наверное, в соф опять апнули или что? Соф? Или ничего не меняли после этого? Ну их что-то там реворкали после этого. Да, что-то им... В прошлый раз же больше было. Не, понятно. Там убрали несколько целей с некоторых спеллов. Они теперь только соло таргет дамажат. Ну, не считая страхового, типа, базового. Правильно, правильно, слоу таргеты надо. А нет, блядь, просто стрелы. Бьют, по-моему, от новой дотки. Куда? Взывался, думал, ты далеко заберёт. Так ты затаунтил. Да, он ушёл куда-то, не понял. Четыре стака. РТ первого статика или в поисках шишек 2? На мне слизень сейчас будет и пятый стак. Где-то швеб заплеет, по-любому нахуй на арене, блядь, шишек наловил нахуй, сейчас про шишки тут загоняет. Так ты не помнишь, что ли? Не помню. Блядь, помню, как будто было вчера, блядь. Это был магик чудесный, и он говорит, типа, да я под шишками, типа. Я каждый день. Когда мы вайпали по 3 часа. Ты зачем? Сейчас взрыв будет. Какого хуя он бежит за нами, алло? А чё, блять, было-то? Поебать вы мусорки, нахуй, я в шоке, блять. Что за мразь пулила, нахуй? Ладно, всё, закрыли, нахуй, ебало, и во время пул вообще рот никто не открывает, нахуй. Где не вижу это? Чё, резать будем? Разрезать? У нас БР есть. Умрите, блять, быстрее, нахуй. Не добьёте, нахуй. Там хила нету, блять. Шаман, встанешь, дашь масс-рез, никто не встает. Ну там это, воид в диване. Ну похуй, воид на масс-рез. Сука, клоуны, блядь.
Вы проебали, кстати, бонус ЕП, нахуй, держу вас в курсе. И фонарий тоже пиздец. Нахуй ты реально, блядь, этот взрыв нахуй, что я зону прямо подвел. Нет, это я, он его затаунтили. Я, ты, смотри, где кто я бегал. Его нахуй, кто его затаунтил? А не хочу спиздевать. Не, он правда говорит. Не, он правда говорит, там босс за рейдом побежал, типа, ну. Ой, блядь, безжалостно, я понял тебя, нахуй. Дай фонарь. А чё, глю спулил, что ли? Глю за кровь, блядь. Нормально, 300 ЭП за кровь, блядь. Ну, выжим, блядь. Кек. А чё, кровь не передаётся, что ли? Нет. Нет, забирать её босс, её передать уже нельзя. Угу, все на топ сумке, то все. Отлично. Пусть на следующем ПД. Он заиграл с ума, то что они... Фулбайм дали быстрее. Они уже пришли. Каски дайте. Подожди. Всё. Чё на полу мой? Хули, как ему? Да тут я тут. Кто раз? Хули, как ума. Ну, блядь, заебали нахуй, безжалостная, сука. Феникс, скачай. Ты, блядь, сука, на третьей секунде нахуй пыльнул. Или на второй, блядь, даже. Я не, я вообще ждал, как ты скажешь, 3, 2, 1. Тупо РТ будет так каждый раз. Короче, блядь, в пизду, за это тоже минус нахуй сейчас буду давать. Заебало нахуй. Вот эти нинди-пулинги нахуй уже штука раздражает нахуй. Буду за них больше всего, сука, минусовать нахуй. Чтобы, блядь, научились нахуй и бедов, и мозгами нахуй. Спрашиваю без прикола. В чем прикол? Почему без ДБМа играет? Ну, типа... У него другой ДБМ. У него другой ДБМ свой. Шишковый, блядь. Шишкин лес, знаешь, ДБМ такой? Просто. Да, Шишкин лес типа, называется, блядь. Юзают обычно адмираловский все. Ну и из него исходящее все. Он с цирка пришел, у него другой. ДБМ, так. Не а что за все это время еще Сандра, не было? Там забей. Там. А, ну все, замужись. Да если адмираловский ДБМ говно, я посмотрю, что ты будешь говорить Вока, там Хэм и так далее. Как ты будешь со своим ДБМом играть там, нахуй? У меня все там написано, по долгу, по все. Я не понимаю, как ты... Почему, блядь, весь рейтинг должен подстраиваться под одного человека, а не человек, блядь, под весь рейтинг? Мне вот это вот больше всего просто хатит, нахуй. А ты его за человека считаешь? Все, тихо, нахуй. Буля мой, это всякий чем. Асов нерфили? Да. Сегодня что? Нет, давно уже, на прошлой неделе. Не, просто соло наравне с ростами давали, да. Тут слово сова с нами вроде? Да нормально, все равно сова еще более-менее дамажит, ну типа, я бы не сказал, что это мало, нормально. Он там дает? Ну, на стаке что, около 17 тысяч дал, ну типа. У меня нормально. Четвертый стак, я не буду обузить. Тут здесь нет смысла шарить, здесь же АУЕ идет, какая разница.
Ура, объект, боже, блядь, наконец-то. Гц. Третий, да? А плечи красивые. Сколько дал этого объекта? Отойду 30 секунд. Иди за и выйди. Блок. Да, я тоже отойду. Что? Пускай зевку ставит. А, вот это могу септа, что ли? После 20-30. Ну. Не. Да, фонарь, бабаму. Кто там АФК что же? Окей, сейчас. Конка, фурик же больше будет давать. Нет. Говорил только, блядь, Швепс. Кунка дает больше, чем мало. А, ну да, старый быв. И 2-1 будет рел или не? Будет. У нас АФК двое стоят. Мы к следующему РТ ДБМ скачиваем. И это рейд 2-1. Кастомный ДБМ, типа, ну у меня пойдет все по пизде мое. Скачай просто. Ничего оно там не пойдет, ну, нахуй. Это ДБМ. ДБМ, типа, ну у меня не показывает. Блять. Ни у кого не идет, у тебя пойдет. У меня наоборот. Тоже не идет. А что все? Я просто не понимаю, что может быть все. Половина таймера, Жаня не показывает в этом нахуй. Что, блин, за ФК нахуй, заебало. Ну не может быть такого. Ну как? На все данжи вообще, что здесь есть, даже на РБК там показывает нахуй. Блин, блин. Ну, да. Давай, пипомен, только заебал, не могу. Давайте быстрее, блядь. Эдик на спидах. Сейчас, бля, шишка давит нахуй, пацаны. Клапан. Неужели нахуй пришли? Короче, каст я разбафал. Кто упадет, вина ваша. Так, ладно, короче, ставлю метку на Швепса нахуй. Если пельмень кто-то слоит, Швепс виноват. Да, у меня так же. 4, 3, 2, 2, 1, пол. Кунг с такой раскол. Мужчина. Кто такой плюс 100 ЕП? Лужи вышли. Быстрее с лужи вышли. А чё вы РДД как-то кончено стояли? Ладно. Ну так это вы отстал, это же аниме. Аниме. По зеленому свечу быстрее.
Милики ждем в Родозоне. Сейчас лужа полетит, да? Да, я есть Эйзмал, нажми. Нормально. Севера кинулась. Чё Севера? Который портал не поставил. Я поставил порт. Посветь. А смысл ли было порт юзать? Босса к вам ведут. Он бы не ударил бы нас. Вау. Реально. По хихилам. Так, Эрдуин, напоминаю, сейчас сразу отходим, будут сразу пельмени, почти сразу. Пельмени отошли, и колбы сейчас будут. Приготовились колбы. Отошли, отошли. Красный. А когда по красным играем? Пристально побежал. Пельмени отошли. Пельмени отошли быстрее. Лужа вышли. Милики по красному свичкнулись. Сейчас колбы будут. Одна секунда до колб. Отошли. Да, фикс. Блять, я не скликнул, убежался. Сейчас на следующую уже. Сейчас снимем. Пельмени отойдите, пельмени отошли быстрее, РДД. Ждем в этом. В РДД зоне. Кулка. Милики быстрее убиваем. Добили, добили, добили зеленого. А милики отойдите чуть подальше. Босс убьем, колбы аккуратно. Дал. Пельмени отошли. Синерицу побежал. Лужа, лужа вышли. Да, из баунта. По красному свечу не изменить. Все быстрее. Вот, ходила. Перемешки аккуратно, милики, что там? Он слева от вас. Пельмени будет. Отошли, пельмени отошли, аккуратно колбы. Милики, аккуратно колбы, не бегите в колбы. Вести в клиф или нет? По зеленому поехали, не надо ничего вести, сейчас пельмени будут. Отошли, отошли, РДД. Бля, загульно, блин, кудите РДД оттуда, там пельмени летят. Милики, аккуратно пельмени, не словите, блядь. Повезло, что на мага кинулись. Отошли дальше от зеленого. Добили. Ждем, не бьем босса, не бьем. Хотя успеем, не, не успеем, не успеем, нихуя. Ждем, ждем, не бьем, никто не бьет босса, нахуй, пизду нахуй. Ждем. Пельмени отошли. По красному сейчас сразу поедем. Милики, можете чуть по боссу сыграть, чуть-чуть буквально. РД там по красному побить. Все, стопнули, не бьем, не бьем, не бьем. По красному все поехали. Все, по боссу спичитесь до пельменей, желательно и лужи. Сейчас лужи и пельмени посылаю. Отлично. Фокус фонарега. Замедляющий босса. Да че сразу? Север, да, и СС парень, да. Геру дайте. Пельмени отошли. Колба моментально. А чё за, блядь, ебучая эта колба баганая, блядь, пиздец нахуй. Вышли лужи быстрее. Стой, 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 блядь, чё ты так далеко ведёшь, блядь? Забрал. Пельмени отошли. Настя, дай диван, побежался. И вставай сразу. Колбы сейчас будут, готовься отводить.
Уже веди в пизду, уже веди. Плейбою похуй. Молим, ко всем стой. А то там аккуратно будет. Все, стоим, пока тут бьем. Уже вышли. Сейчас пельмени отошли. Че, будет колба? Колба, чекайте, проверяйте. Колба. Вообще пора ей, конечно, упасть. Я же говорил. Я же говорил. Я залутал. Я вообще распулить нажал. Я же говорил, что колба, ребят, изначально. Говорил. Нет, это я говорил. Настя, Сталин растрошаман. Даже завизжалась. Прям рык такой, блядь. Мел и Вульперс лапку заколдовали колбу. Что? Я, блядь, уже к принцам бегу. Хорошо, а прига Гер упадет теперь? Ой, бать, еще так чего уж получил. Сразу разраливай. Разрыжил, не? Не, я пару шмоток кину просто еще, остальное потом. Там следи. Настю колбу отдам. И объект еще, наверное, сразу тоже. Никто даже не позволяет себе ролить, если что. Настя, обмен дашь, короче, на колбу? А может, нет. За ЗОЖ. Перекур посмела не дам. Сейчас никуда не идем. Объект сделать. Я пуляю. Пуляй. Там ставки пускай делают, смотрятся. Давайте сюда. Там кастера хатки. Да плевать. Ну тогда грипните того. Вондра! А ведь он реально грипнул. Не говори. Что за хуйня нахуй? Мне больше понравилось, где Сорфан грипнул. Рынок набрал. 15к Бентли. Ну, на самом деле я просто. Наш обмен нет. Я в превращении на разбиваться будет. Давай. Чем жить с позором? Да. Настя обмен дашь. И Настя снимите. Ну вообще, типа, напоминаю, за тринкеты 5к ставка. Как и за эти, блять, и за пухи. Колбу я отдаю уже, потому что ее ката за 10 тогда забирал. Слушайте, глору как мы будем? Я тоже буду глору за 10 забирать, потому что по 10 лары брали. Что? Ну, блядь, я же тебе говорю, не, ну, типа, пухи, слича, вся эта хуйня за 5000, ну, типа, ставка будет. Трини тогда тоже по 5000? И тринкеты тоже по 5000. От 5000. От 5, да. Так, а сейчас так. Колба за сколько по итогу выходит? Ну я ее Кате за 10 отдавал, поэтому. А сколько варов забрала? Ринда и Реслин тоже по 10. А? Сколько варов у меня Глору по 10 ИП забрала? 2 или 3 вара? Какие, блять? Глора ни разу за 10 ИП не уходила, блять. Уходила, даже вот. У нас Рейдж у нас пад... забирал за 10 ИП. Рейдж за 10 ИП забирал. Нужна была в рейде только мне. Сколько для меня вместе? Глора вроде два раза только падала, я помню, первая ушла за 20 хуем, по-моему, нахуй, а вторая... Забрал Глору за дохуя ИП, Рейдж Скал нужна была только нам двоим, он забрал за 10 и еще кто-то забирал. Вроде только две Глоры падала, насколько я помню. Она уходила за 10, уходи. Да, троллейбой, блядь. Сегодня гнев выпал, кстати, Рид. Гнев у челов-то. Знаешь эту пушку? Энхи? Не, она такая, там мастер ПБ. Кистевую эту. Она прикольно, но мастер ПБ. Какая разница, она 271 с двумя сакетами. Тебе не похуй, там по урону, по всему. Это понятно, это будет мне не похуй. Заломан. Там типа... Что заломан? Кто не стримил, там ходили. Да, я на какой-то стрим смотрел на ютубе, там, не знаю, рекомендую. Ебан стример, который ни разу боссов не выделил, пока нахуй бить и начнут.
стоят возле боссов, он, блядь, прыгает, бегает, чешет очко, но, блядь, босса не покажет. Да там пацаны первый раз пошли в каражан, собрались пугами, вон, закрыли два босса. Это когда они там в угол пошли, да? Я помню. Да. Пиздец. Это прецедент на ФК. Не, они долго там на трэше вайпанулись, что-то там, которое бежать можно было. Ну, короче, забей, там хуйню делали полную лютую. Из-за этого... Они вайпались на этом, на киллзоне, там, где ворона. Первый? Да, они на нем вайпнулись, перезапустили, потом снова пошли. Его можно перезапускать, если не убил босса? А я посмотрел, там киллзон очень простой. Там пиздец его простым сделали. А он не всегда дает... же был? Да не, он раньше давал не по таймеру эти, блядь, свои вот эту молнию ебаную, ну в которую сбегается, типа, нахуй, там такая хуйня. Кто не сбежится, типа, там в черепок, нахуй, там больным делает. Миликов. А, он раньше, ну, не в миликов, блядь, он в рандомно может дать цельно. Не, я говорю, сбегаться. Это заранее, но, типа, иногда оно давало не рандомно, и иногда сбегались миники там в РД-зоне, если на РД-шники на... Плюс эти птицы, я помню, ёбнутые, тоже нормально дамажили. А я как посмотрел, они вообще не дамажат. Ну вот падение, только пол хп теряешь, нахуй. Ну там у ребят какой-то ДПС смешной вообще. Я кактус велик, там ник. Да, и ДПС у них маленькие, и они, ну, в берсу не упирались. Мне кажется, Дженлайн вообще упадет очень легко. Даже если мы разочек в трэш потом свечнемся. А там Зулджин босс. А? Я помню на это, который бомбочки кидает, через маунты запрыгивает. На Зулджина нам, по идее, кстати, хватит ДПС, если ему ХП не запали. Если как осталось на X2, то нам хватит ДПС. Ну, типа, на Зулджина. Ну, советую там обучение. Малокрас очень покажет, он прикольный. Потому что... Я в Т4 бегал, кстати. Ну, Малокрас это... Обузы не лузайте лучше в взломание, прям, которые ты через маунтов... Под сумоны. Да, говорили, банили. Да, не делайте лучше этого. Проходите нормально. То в смысле, не понял. Про Малокрас еще раз. Да хули чирит у нас. Ну там, где, грубо говоря, обуз шкафа, лучше советую не применять там. А я хуй его знаю, что это такое, может даже не говорить. Я по-нормальному убью, как пацан, блядь, им не похуй, типа, ну. По-нормальному. Это типа раньше был баг, что ты ворота не открываешь и за ворот проходишь еще до этого. Там много где можно было обузить этот шкаф, но советую даже не пробовать. Потому что прилетит пермач и беда. Такое мы не баш, мы только через маму. Так, короче, А до Бентли и Войт на кинетике, сверху бомбочки. Безжалостные двоих фонари, кресет заберешь. Все, давай, безжалостные, блядь. Мирай тут. 3, 2, 1, пул, поехали. Вихрь отбежали. Не, блядь, в ШД там же еще шаг сквозь тень есть, прикольная хуйня. Откинула, блядь, кота на спокно. Ладно, я потом как-нибудь, блядь, сделаю, но надо хотя бы мультика сначала собрать. Вау, мне нужно шмот соберу из говна, из палок. Шада себе. И эта трога будет, ебать. На Геру дайте, надеюсь, его не понерфят, пока я собираю потестил. Гера 40 секунд КД, так что куда ты это будешь давать? А, да. 23 еще пока. Ну отведи, блядь, безжалостная нахуй. Бог встать не может, я же не отлетаю. Блядь, в бок нахуй надо мастер больше. Гений, говорит, я не отлетаю, говорит. Сейчас опять откинет. А у меня, блядь, ну типа не у всех мастерство особое на бок нахуй. Слабо, значит. Ай, блядь. Рит, так там только танки собирают мастерство. На бок. Реально. Реально. Пошлите Келя бить. Сколько ну там кто набирает? Этот Старфоузы зал? Кто сам? Блядь. Отведи. Типа... Ну, блядь, что вы делаете, нахуй? Зубы по фонарю. Долбоёбы, блядь. Конченые, сука, я тебе Старфол нахуй в очко засуну нахуй в следующий раз, блядь. Я нажимал Старфол, если чё.
Надо, не знаю, там серо плечко засовывать. Не надо бить. Отводи еще, отводи еще. Ну это шо, достаточно. Да, по-любому. Все, все, больше не иди, да. Больше не иди. Сейчас там поеду с тобой. А, ну сейчас посмотрим просто ДПС по ядрам, нахуй. И с ним. Сделаем по-другому, нахуй. Ты что, получается, теперь он, мне лучше кнопки не нажимаешь? Я дип во фрастене, ты. Ой, там еще одна сфера, сейчас бахнем. Повал на РП. Уже похуй. Че ты ржешь? Фонари я собрал, я молодец. Ты мега лучший. Мега хороший. Я твой фанат. Ты че его сферы собрал? Он да. Не помогает. Охуеть, блять. Только из-за него я не ваншотнулся. Профы? Я живой. Тебе Войт вообще-то помог. Войт тоже. Добивайте, добивайте, добивайте. На мужика, добивайте, на мужика. Блять. Нахуй. Не мужчины вы. На нахуй! А сколько нет? Колечко. Есть профы, нет? Но... Ясно. Колечко. Кто последний, тот лох. Кто последний, тот и папа. Я папа. Ну там вот Фьюри вроде последний. О, зовите папа. Меня пахан. Так, урон, блять, по сферам, блять. Да там солнцепад виноват. Блять. Подожди. Шалость удалась. Меня кто-то напулил. Хуй знает, а то из пули только 4к урона нахуй, блять. Север 44, блять. Ну, я же сказал, я не нажимал страйфов. Это ну, я! У тебя сработал, ты начал сферу хуярить. Жук 30. Я подбивал кинетику, не знаю, ой, может он тип, достал. Может заделать. Просто они с тебя полетели. Часть. Я на мне, на мне видел только одну сферку, она до меня долетела. Да, ты передо мной прям стоял, там солнцепад твой хуярит начал в них. У меня, блядь, показывает это... вообще, что, типа, блядь, по ядру, блядь, у него нету нахуй. Подожди, я точно это смотрю? Ну, а нормально же все. Самое главное, что я не сдох. Принцип Ланар. Это я был я бы сейчас закрыл врагам. Это... Не-не, именно нанесен урон, посмотри, у человека. Там показано именно каким скиллом. Это Джу. Это Джу. Не, на Джу не улетел ни разу. Это только после, когда там вы уже на другого свичнулись. Ладно, сейчас посмотрим. Так отдельно. Ну, уже можно забить, мне кажется. Это уже не актуальная тема. Я считаю, мы сильные воины. Сильные воины не имеют недостатков. Че? Ну да, у тебя солнцепад въебал, нахуй. Хотя почему он, блядь, в этом не показывал? Это был я. Дио. А чё они там писали же в обнове, что ну, цель, которую не бьешь или что там, не должен вроде дамажить? Цель, которая вне комбата? Я кинетику подбирал. Ну, у тебя получается солнцепад ёбнул. Получается, по трем сферкам. Фонарий. Готовься. По... Ой, бля. По 1.5к получается урона нахуй. Чё, блядь? Хуйня какая-то. У тебя солнцепад так мало бьет? Он да, да, по 1000 где-то бьет. Для прока, по-моему. По 1.5к урона, короче, въебал солнцепад. А чё ты сальво мне не дал? Четвером сверка. Вначале это очень бесполезно. Ты бы сорвал даже с ней. Меня напулили. А сферки, они там огромнуляют постоянно, вот эти накели, которые маленькие. Там... от любой тычки они улетают просто. Нет, нет, любой. О, как мило сосад-то решил мне присоединиться. Так я даже не бил, ёбаный бро. Ну встань в магическом стиле. О, вагоны ебало вниз сейчас. Кто? Лучше в этом рейде, то есть. Убейте тактиков сначала, блядь. Молодец, мальчик. Ну
Ну, кстати, думал насчет на медведя, блядь, демона. Если он чуть-чуть далеко отойдет, там, блядь, пиздец же, у него вот бесят повылазит, поагрит весь трэш к хуям с комнаты. А, кстати, да, демонов не берем. Не, там нет, у ребят демон был, он, типа, нормальный, не сагрил ничего. Он просто стоял аккуратненько. Просто он далеко отойдет назад, и начнется пиздец. А, ну выйди. Хорошо. Он просто у нас, когда мы поднимаемся на этаж после леди, умудряют спулить. Ты думаешь, там не спулят? Ну ебать, бис нахуй кинжал, я с ними, кстати, бегал. Скейл, берите, пойдет. Ну у меня были такие, спасибо, но. Фред, сколько бис. Дамские наручи стоят сейчас? Ну все еще дорого. Дамские наручи? Угу. Около 40 где-то. Ну это ж бисовая шмотка. 24 тысячи. Не знаю, но это, но они, да, они дорогие, они типа бисовые считаются сейчас. Продам за 20, забирайте. Хех. А что, тебе тоже дамские наручи тут? Угу. Понял. Так, короче, по укусам. Кунка. Я тебе сейчас алю дам. Пиздиму у кунки у кунки. Не, кунка идет нахуй. Маги фул бурст. Короче, я, блядь, знаю, нахуй что сделать. Ага. Боб дашь кому-нибудь? Диван по кунке даю. Посмотрим по первому кусу, дальше озвучу, кто кого кусает. Все, отчет даю. 5, 3, 2, 1, пул. О, яс. Блять, наберите дистанцию между собой, нахуй все в кучу встали. Да сука. Что, блять, как он? Я вот я триксы потому что дал. Дай, дашь по швепсу укус. Все, можно теперь посинерить. Швепс, потом кусаешь севера, а ты, Макс, потом кусаешь кунку. Это после укуса швепс. Север побежал. Укус 3 секунды. Швепс, подойди к нему. Напоминаю, швепс севера, колледж кунг. Вот вам ориентир, короче. Колледж это звезда, подбежишь к нему, кунка, потому что это на взлетке будет. И швепс это печенька, потому что это на взлетке, поэтому ставлю метки. Чтоб не попутались. Сбежали спать быстрее. Так, сейчас лужу эту надо максимально диспелить на ком-нибудь. Пепс. Ладно, у него диспай есть. Блять, у него укус. Мне еще сперва. Ну я по идее успею. Жу прохил, жу прохил! Все, раньше набрали, быстрее, раньше 8 метров. Все, речь, блядь. Дай массакру фонари. Дал. Быстрее прохил. Что-то я нихуя не вижу, что ты дал, ну ладно, блядь. Я гимн дал. Что-то не показал. У меня в БД можно узнать. Укусить меня не убил, блядь. Кого? Вы укусили там тех, кого я просил? Да, да, да. А, все, окей. Кунка, укусишь чуваву. Швепс, укусишь жу. Полишит, укусишь соседа. Север укусишь White Fury. Нормально? Услышали? Да. Ищи. Сосед, стой на месте, я буду, ну, сам подойду. Да я вижу тебя, я к тебе и встал. Укус через 5 секунд. Ищите уже друг друга. Чтоб Джу, ты подойдешь ко мне? Ага, вижу. Блять, ну вот, ну куда ты от меня бежишь? Ну в другую сторону развернись.
безжалостно на этой фазе дашь избаунд, пристенно дашь гим на хп, хотя не пристенно, вольмара дашь гим на хп, иглю дашь бабл и массукру, и максимальный прохил на взлетке. Эман, да? Эмана тьму тоже нужна. Забери тьму, Глю. Адо диспел, диспел адо сразу, ханта. А, нормально, он отпрыгнул, отрывал, молодец. Раньше 8 метров набрали. Так, раздали сейвы. Сейвы дали быстрее, все сейвы нажали, которые перечислил. Настя. Умираю, под левую ногу подойдешь. Все, отлично, укусы раздали, просто похуй. Настя, стой на месте. А, да, раздайте, я тебя упущу, раздайте всем ДД. Укусы без... Все, геру дали. Блять, два хила укусили, ну вагоны, блять, на РДД нахуй. Все милики почти не укушенные, блять. А меня укусили. Тебя серый кусал. Там РДД, блять, вагоны нахуй. Силов понакусывали, блять. 100% минус ЕП. Сосед меня укусил. Минус ЕП. Я чувак укусал. Меня сосед. Ебать! Я ее укусил. Ура, щит ФП. О, осколок хочу, осколок. Так, как я обещал, как я обещал, короче, 5 минут покурите. Слышки нахуй. Просто можно убрить нахуй спек? Что ты говоришь? Это пиздец, блять. Да не сын, надо вернуть тебе одну кнопку, что ты паришься, будешь дальше кайфовать. Да нет, это забей, она 50% все нахиливает, 50, было 80, минимум. Ну это ты нормально, когда ты одним спелом 80% все это делаешь, по-моему нет. Когда у тебя весь персонаж завяжен, этот персонаж, весь сет завяжен. Под одну кнопочку, да, завяжен. Ладно, Володя, забей, там дебил сидит, который говорит, вот, надо бонусы должны да, быть связаны, все дела, бла-бла-бла. А кто здесь? Может, давайте почистим? Да фонарь забей, там не только ты. Там Бэйби Мун, то ты стоял сзади, Бэйби Мун спереди, меня хуярил с двух сторон. Ты отошел, но ничего не поменялось. Кстати, бля, я просто массакру даю, там, там просто рейндж у массакры есть, поэтому я встаю в центр. Да это понятно. Надо в самый центр зайти просто. Я думал, там как раз таки наоборот кишит людьми. Убил бы нахуй Рогу, там ничего страшного не было, никто не обратил внимания. Его как бы так в ДПСах нет, ничего не поменяется. По факту. Ну чё, может давайте почистим? Ускорим наш это, РТ? Ну давай, фонарь, только аккуратно, блядь. Ну а кто здесь? Давайте, кто здесь челы пройдет вперед. Да потом, челы здесь, потом, похуй. Потихонечку заебашим. Ну два хила есть уже. Давай, фонарь, фонарь. Ну, кунка здесь, значит будем бить долго, но... Поработай. Но уверенно. Я сорвал. На охотницу. Встань бей. Под ебало, значит, кунка, блядь. Я бью твой таргет. Мой таргет лучше пить. Я не знаю, у меня просто... Меня не хотят апать. Ну, это бурст, а у ее урон, типа, там вообще похуй. Нету мейн таргета, если чё. Забери еще с Андреем, обов. Я его охуел, я постоянно... сейчас не успеваю писать в чат и срывать с него агро. Ну честно, ну это я не знаю уже что. Я постоянно... Я не знаю, блять, нахуй. В основном я с кунки ретаун делаю. То есть понимаешь, я кнопки наполовину жму? Ну... Рад, что... не знаю. Ладно, что вообще не жму, я не жму ничего. Там Ондра все это время танкует, а ты пиздишь. Я с кунки забираю. Ему минус, а мне плюс в конце рейда. Нет. Я с кунки забираю, чтобы он больше тебя дамажил. Я ее саунд даже немножко. Да. Ты это, 0-1 его забрал, тебя ваншотнуло. 0-1 забрал? Ребята. Ну, 0-1 тебя ваншотнуло просто. Ответственен за баланс призывов. Потому что ты не знаешь, кого ты бьешь. Я хочу... Бомба, блядь, кого я бью? Бомба, блядь, кого мне еще бить? Андрей, тебе круглый надо. Целение сломал. Какого хуя? Напиши на пару. Срываешь. Извините. Вот будь это охотница, ты бы убил рейд. Нет, извините меня, у меня почти 40% крита. Бубы, у тебя огромный меня убивает. Давай левую пачку фонарь или правую, только одну. Да, я хочу одну, я хочу правую. Давай, хорошо. Блин,
мне грустно просто, ребят. Я просто микрофон ближе поднес, сейчас подальше отнесу, чтобы... А, представь, добро пожаловать, типа, ну, блядь, все сейчас хилы такие. Нет. Уж более-менее только Т4 на хилов переделали, а все, все, кто Т4 при этом ходил, он нахуй сломали. Бать, вот играю в Т10 православным, блядь. Православным. Т4. Нет, я в Т4 хожу, потому что 10 мне не дает такого нормального бонуса. Так, погнали. Ладно, сейчас еще минуту, потом лут надо будет. Сделай как шаманы. Создай тему, собери со всех реалмов престол, нахуй, и начните ебать просто админа, нахуй, совестно. Нет, я... Престы они... вообще терпило на форуме. Бля, вам и так это говно реворкнули, типа... Вы еще ноете бесконечно. А кто он больше спулил? Не знаю, на самом деле, кого реворкали, а кого не реворкали, ну, типа. Танков не реворкали. Ну, надо было изначально никого не реворкать, типа оставить все как было, и чтобы никто не ныл вообще, в принципе. И дестриков чуть понерфить. Нет. И я что бы тогда конка было, вот ты скажи, вот что вот открылось бы целка. То, что было, то и было бы. До этого ЦЛКХМ закрывался в этом смоте, и ничего, все нормально, все играли, никто не выебывался, ничего, все нормально было. Да я не говорю, там просто X5 открыли, он такой смотрит, админ перехиливает его, кто-то, блядь, надо все переломать им нахуй. Вот и все. Не, ну шаман, я так понимаю, хил был самый легкий, там, блядь, девочки, блядь, бестолковые прохиливали. Мулин, кто такой шаман? Да, много уточним. Мозгов, одну кнопку нажимать это, не надо, как бы. Это АОЕ рейд за хил, то есть он всегда поддерживал рейд по ХП. Да, не, они просто... Просто цепнуху, да, конечно, прям вообще прям это так, что вообще не хилят. Ну ты хилишь, нормально он цифрит. Да нормально он хилит, блядь, он только жалуется. Я не знаю, по крайней мере, по цифрам нормально же все, нет? 30% 40, ну 30-40% типа от хила просто нахуй отрезали. В гей вы это почувствуете разницу сразу же нахуй. Естественно почувствуем, блядь, все нормально будет. Да не, ну и дамажить же люди намного больше стали, все реворкнули, депса у всех больше стало. Типа с учетом этим стало... можно на хила больше верните взять. Верните вам быстрее. Напулили, блядь. Кто, блядь, сорвал, отвернитесь сразу. Тишина резкая. Да. На, тишина. Спасибо за солю, спасибо за крылья. Крылья 30 секунд еще. Подарочек будет. Блин. Он рад отошел, я-то думаю, что за спокойствие такое, почему не срывает, почему не жалуется, что его бьют. Андрей, ты где? Он за доставкой пошел. О, мне он, видимо, заказал агро. Ну, он заебал доставщик нахуй, ебаный, блять, он, блять, на каждом трэше этот доставщик, конечно, доставку. Ну, а может, он парней заказывает? Невроз надоел. Ну, блять, 5 минут только что давал, мало нахуй, пусть не мешает. Сначала заказал, типа, машинку, качель. Он изначально бил трэш, типа, и отошел вот только что. Да, да, он бил трэш. Но он отошел прям только что, как Эдик сказал. Может, ему шишка подошла там. Шрэп, сосед, нахуй, тоже нихуя не писали, нахуй. Вот соседу минус они, пожалуйста. А где допи по тем, кто бил это, трэш? Мы били трэш. Время. Зачем ты не минусуешь? Вы ФКшите, блядь. Я суммарно отошел на 2 минуты, а трэш бил, блин, 5 минут, пока в перекур был. Оно забагалось, Джу. Давайте сломаем копье. В кого будете первым? Джу, оно забагалось. Сосед нихуя не бил трэшно. Не, соседу реально минус. Ондра, грипни там приставку же. А, уже не надо. Точно? Ну, точно. Куда? Айо.
Хоть где ты, Танчо? На самом деле, я не знаю, если у меня так все плохо с 2Т9, то в Т4 у меня вообще ужас будет. Который не апается, а мне его придется одеть. Ты про агро? Да. Фонарь справа, безжалостный слева. Да нахуй тебе агро? Я тоже так думаю. Давайте сразу зрачей поехали. Глю и Ридига хилить Мальку. Вот ориентир мне тут поставил. Ощущение, что на следующем РТ буду с колодцем бегать. Все, там отрегенить ману на этих сферках нахуй. Поехали. Испытание веры бесполезно. Это пока что. Что там за талант? Да так, хилит на пару процентов больше, если у... Заберешь меня? ХП и жирного. Жирного в последнюю очередь убиваем. Убиваем всю хуйню, которая выходит, только потом жирного. Как слышно, прием нахуй. Жирный... И так все время нахуй. Жирный умирает активно. Если живы нахуй остальные, значит жирный должен, блять, не умирать нахуй. Жирного убили. Ну я вам, блядь, убью нахуй сейчас, блядь, поминусую нахуй пару раз нахуй. В следующий раз, блядь, не будет всего бить нахуй. Они вообще работают здесь, срезают от хил по вальке? Да, подавление срезают. Я думаю, по вальке кинуть крылья по приколу. Ну, в Гере вроде получше заметно. Или тут меньше срезают, хуй знает. Ну, в обычке должно меньше срезать, чем в Гере. Логично. Зашибись, мои крылья. И туда. Подорожало зелье свободы и действий, или как оно надо? Слышишь, что у тебя краба нету? А, да. Кстати, я помню еще. А, да что... тут? Да, трапу ледяную надо разливать. Хотя бы с одной стороны. Ну, можно и с двух. Типа, чтобы не Духан, алло, прием. Ребятки, не убивайте поганич. Он с крабом АФК под этой стоит хуйней. Ребят, не убивайте поганич. А, поставил. Вот, через краба хильте нахуй. Через краба хильте, вон звезду поставил. Глю. Через краба хиль. Глю, слышишь, вон график в центре, да, прямо стоит. И это, слышишь, Ада, сделай потом на будущее СБМ еще нахуй. Там еще 5% БМ. Ну, на вальку чисто, отдельный спек, если у тебя есть лот. Там, на третий спек какой, ну, чисто под вальку. Это же так важно, есть, Кирилл. На хэм важно, на хэм важно. Сейчас похуй, но на хэм важно, типа на будущее, чтобы... Можно сразу делать, чтобы не потом не надо. Ебать, у нас нет демона в рейде или что? Или краб больше дает? Краб больше дает. На десятку больше, да? Не знал. А сколько он там дает точно в процентах, можно сказать? 30. Плюс Б, плюс БМ там 5, еще 35. Вообще через Блада выгоднее все еще. Не, блад меньше, блад сколько, 25, по-моему? Там 35, но там прожимка, а там постоянная. Под геру прожать ее просто, в чем проблема? Да, под геру через ДК можно. Под кровью вампира. Краб постоянно. По медведю то же самое можно. Ну да, я же говорю, краб постоянно, согласен, что сразу. Ну там ДК больше дает. Еще раз залетаете в портал, потом выходите и захиливаете, ну, геру дадите. Ну, сейчас вот вылазите из портала и захиливаете, короче. Подавление, приоритет, убиваемся. Речь. Все, геру давайте. Гимн на хп дай, швепс по ваньке. Захиливайте. Заливайте всю эту хуйню быстрее. Не подпускайте хилам, главное. Не знаю, я эту... ненавижу этого босса, что-то он такой бесячий, блядь. Трой же бегает. Узы? Узы. Ее, узы, 10 узов. И плащ. И малахитовая петля в придачу, да, Кунка? Да.
Гейские бутсы. Если никому не нужен, я возьму за 10. Нет, не буду брать. Он пусть прислушивает. А что там? Прыгай за Иерусалим. Хера себе, у нас Твальмора в рейде, ничего себе. Ну, потому что есть такой прикол с парашютом, потом просто не надо прыгать. Не прыгать. А вот ты прыгнул и провалился. Я тоже наполовину застрял. Не знаю, ну может как-то оно само там... Ебать, 40% у краба. 40, нахуй. 40, так это кинжал. А кто кинжал, блядь? Кто кинжал? Там кинжал, что ли, был? Не было никакого кинжала, ни одного кинжала не падал. А кинжал этот духовой забрал Альмар. Да. Альмар, он тебе нужен? На мейн? Или нет? На мейн. Ну, конечно, на мейн он брал. Он к 200. Вова, ты ж не снимаешь, правильно? Лицо. Все, пошли внутрь. За этот, великанов идете в центр, за уешь. Там БДК. Я справа буду. У него талант есть, этот самый. Как там? Кольцо никому не надо. Дальше поехали, грудак. А, Вальмар, окей, обмен. Кунка не зажлобивается. Дальше поехали. Бот он тоже с критом. Надо кому? Интересует? Ну? Ладно, пояс. Плеч. Клинок. Один мусор нападал, блядь. Он дробмин, воин охотник шаман токен. Но в спек берем клинок, да? Он на мейн. Так, на мейн, если он блак. Он просто. Ладно. Готовься ловить, я с этой стороны все-таки словлю. Только у него лучше стоит вроде бы. Бентли обмен. Поехали. Ну своди быстрее фонари, что ты там ютубишь? Я писал, я тоже печеньки хочу, но там не 110. Там 50 хочу написать. Фонари обмен. Сейчас, танчу. Если есть далекая земля, значит есть близкая луна. А почему не близкий Марс? Или Солнце? Мы бы умерли. А Земля, она где сгнила, выживалится вроде, да? О, тухлую, тухлую. Тухлую, да. Никому эта Земля не надо. Рид? Черный бой. Ну пиздец. Мне спасибо, меня уже повеселили, блядь, когда ДПС Энгр дает, а тебе все равно никого не берут. Я тебе Инр даю. Попадешь ты, блядь, во вторит, не переживай, ебаный в рот. Дал лапку еще. Вместо меня, если что, там дремич будет танч. Тем более, волка кикнули, так что вместо него можно попасть. О, хорошая нахпала, да, заебись тему. Рита, она нормальная на Энгр будет? Слышишь, Рид, не? Вот эта пушка. Когда как? На втором она так себе криво работала, здесь не знаю. За неимение лучшего, можешь, знаете, походить посмотреть.
Ну, у меня там 240, да? Мне кажется, Энхам надо мини-шемы сделать такие. Да что вы делаете, блядь? Сидите вы в кучу, нахуй. Феникс, Вальмар мне дал кинжал, говорит Пристена. Окей. Прикинь, рит сделаю. Еще один токен. Подожди, даже я черный книжник. Мини-пухи, мини-шеймы на Энх. Не, если я такой Энхом сделаю, это будет слишком чересчур, так что я забей. Не, это будет охуенно. Два зола возьми, уже будет жестко. Просто два зола возьми. Такая же моделька, только легендарная. Мой находник шаман. Бентли, надо еще один? Да, мне еще один остался как раз. Давай. С двумя дырками. Мастер своего дела идет вперед. Блять, это кринж. Не трогай, иди. Я иду, погнали. Я уже из-за тебя 6 раз. Я уже близко. Иди. Я уже близко. Киш, тебе ГП дадут. Я рядом. ГП, страшно. Я рядом. Обнулил рекаунт. Прошу, выживи. Кто мне на пол дал? А тут все выживут, тут еще вурдалаки. Baby Moon, Baby Moon. Ты о чем? Там вурдалаки этого таунта. А, не, Серега, нет. Отмени. Я посмотрю, что ты у меня получше было в сумке. Что, бонус ЕП хотите или как в прошлый раз? 2 минуты подождать. Там надо хилов поспекать, да, блядь. Не успели. ДПС порезали. Убежал с на ЮДД, мог спекнуться в прошлый раз. Поспекался. Да, он спекался. Вон холики там похуй, заспекаешься, что не спекаешься. Все равно больше, чем танки. И мелики без силы поганища. Стоп, чё, реально? Ну, у вас же ладно, хуй с ним. Давайте подождем, нахуй еру, хуй с ним. Заодно из этой. Да ладно, забейте, хрень это все. Просто давай ЕП и все, и поехали дальше. А, так мы весь рейд без 10%. А ты на шо фонарь рекомендуешь? На щит? Да, на щит. Не, вы весь рейд с 10, типа, если аспект на 10 не будет, потому что у нас 2 ФДК в рейд ходит все время, нахуй я не знаю. Ну шо, похуй, главное есть. Это что за такой токен? Бля, Бербати, сколько их еще надо? Сори, брат, мне тоже надо. Блядь. А, хуй с тобой, ладно, бери. Если у тебя 3, то бери, ладно. Ой, находник шамана, еще один.